Короче, народ, я разобрался. Если стоят галочки, то вам ничего не выпадет, потому что у вас уже все есть. Так, в СЕК можно не летать. На линкеры. Сейчас у нас будет, да? Угу. А вот по линкорам надо будет промотаться. То есть... Вот такие вот, народ, пироги. Так, а мне надо будет валить 40-й, да, если я не ошибаюсь? Чего ты его знаешь? Это мне пока рановат. Точно. Пока рано. Хоть флот у меня и 80-й, но толку вот этого пока маловато. Так что да, пока тихо сжимаю булки. Поправлю микрофон, который пытается постоянно убежать куда-то, блин. Так. 3, 2... Надо тоже переоснащение сделать. Во-первых, по счетам. Да, слушай, я, конечно, там, ну, мягко сказать, так прогадался. Это прикольно. Ну, обидно, блин, было. Честно. Довольно обидно. Так, ладно, пусть он пока модернизируется. Ждем наших линкорчиков маленьких, друзьяшек. Ну да, вот. Крейсер, крейсер, стоп. Эйрс и Фармакон все активно сейчас заканчивается. Начнется через 3 минуты. Линкор. Удар Войд еще начнется через 3 минуты. Лириум, да? А что выбрать-то? Лириум или какую-то другую фигню? Я не знаю, тут вообще что-то полезное-то есть. Все три расы, ну, имеют свои положительные и отрицательные стороны. Я просто тупо, народ, не знаю, как лучше поступить. Сначала разберемся с линкерами. Там, в принципе, день идет. Это вот канитель. Ну да, конечно, я удивился немножко самому себе. В принципе, я удивил самого себе. Да, сейчас за линкорами поохотимся. О, предложение у тебя. Но вот хотя, возможно бы некоторые вещи я бы и подкупил. Но пока нет, не хочу. Так, что у меня здесь по монеткам? Две монетки. Через 5 часов будет третья монетка. Это как раз, ну, перед сном моим, да? Я его смогу проалгрейдить. А, они как раз вот вместе. У меня здесь закончится алгрейд. Ага. Так, я могу его, в принципе, уже модернизировать. А модернизировать его или пушки лучше? Вот это вот вопрос хороший. Пушки сколько? 4 дня. Нихрена на себе. Сказал я себе. Уважаемая, блин. Да, можно, конечно, ресурсодобычки модернизировать, которые мне, в принципе, уже нафиг не нужны. Толку от них, мягко сказать. Ой, нету. Но, в принципе, поохотимся за линкорами. Это даже веселее будет. Линкоры мне будут выпадать. Но хотя бы в этом разобрались. Ну, прикольно, кстати говоря. Так, стартовый бонус. Так. Гражданская война.
Бонусы где мне читать? Пока ничего интересного еще не кидали. Посмотрим. Все, пошла моча по трубам. Отправляем своих и начинаем искать удачку. Без одного корабля может быть 80-м, серьезно? Ну там да, авианосец есть. Он-то такой здоровый баф дает. Но я что-то не уверен, что это логично. Так, помощь просим. И здесь помощь попросим. Почему нет? Надо пользоваться этим. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Ну, будем пока 25-ки убивать. Это нафиг. Короче, кого увидим, всех убиваем. Пофиг-то. 25-й. Тяжелее что, наверху, что ли, все? Быть такого не может. Аирцы слишком крутые. Я сразу могу сказать. Если их не будет в космосе моем, ну я, блин, даже не знаю. Да, видишь, попадаются. Здесь вот стабильно, значит, все нормально. Это просто я затупил, блин. Ты не затупил, кто узнал. Так. Адцатые, чё такие? Ущербные все. О, 53-й летит. Поменьше нет, 40-го, к примеру. Ну ладно. 60-й, ну вообще прелесть. Какая железная воля, это не то вообще. Вот, блин, дерьмо. Вперед. Что делать остается? Крутом наш дом. Это все. Там, да, пусть доделываются. Такую вещь я хотел проверить. Взять самый дешевый флот, пойти повоевать. На этом мы сейчас займемся, я линкорами разберусь, потом пойдем вот по этим войдам. Я хотя бы посмотрю. Сколько? О, ерунда.
Так, а мне достало что-то там вкусное? Ну, вроде что-то должно быть. Надеюсь. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. О, поставь клинка 33, 25. Ой, какое хорошее. Так, 15, о, 35. Вперед. Так, ремонт. Перехватывай. Им нельзя улетать. Я не для этого разрешение своего экрана менял. Я его изменил как раз, чтобы видеть цифры 35 отличать от 55. Так, 25 и 15, ну пока тут. Небогатый вариант выбора, ну ладно. 15. Ничего, я прокачаюсь еще, народ. Для хороших степеней. Тире ступеней, да, будет нормально. Standing by. Weapons free. Awaiting command. Taking the offensive, sir. Ready to go. Return vector locked in. Awaiting orders. Я на ремонт. Ты побыстрее отремонтируешься. Так, 15 не интересует меня. Пятый. Ну, пойдем 25-й схватим за жопу. Ага, вон идут уже. Главное успеть. О, есть еще один. 15, фу. Почему я хочу все флоты одинаковые собрать? Это будет намного круче и полезнее. Правда, сегодня еще несколько корабликов. Погоди, а что сегодня получу-то? Так, здесь у нас пока... Маленько. Что? Упал. Он пошел отхватить 53. Я немножко промахнулся. Чуть-чуть. Так. Ты 19 минут ремонтируешься. А этот... Сначала этого, значит. Здесь все просто. Не, ну зато, может, я насобираю хороших именно вещей. Вон, два фиолетовых, к примеру, есть. Это того, наверное, стоит. Но прежде чем собирать фиолетовые, надо сначала с обычными разобраться.
Понял. Надо с монетками разобраться, потому что, возможно, у меня обычный приток монеток будет, и я смогу вот так вот бесплатно имкаться быстренько. Это будет здоровый плюс. Ай, надо нам еще будет поставить корабли некоторые на подготовку строительства. Так, 3, 7 обычных, 16 таких. Я надеюсь, выйдет что-то хорошее с этого. Хоть я в этом и не уверен. Так, а вот теперь вопрос. Где мне получать звездюлей? Так, это у нас инопланетяне. Или это надо в их лететь в космос? Ладно, это еще надо будет разбираться мне. Я не совсем понимаю. Да, эти большие они очень редко ходят. Они самые вкусные. А флот подкачать будет еще свой. Чтобы иметь прав побольше. Ну, в принципе, что я от них могу получить-то? Томблесный разве что. Ну, правда, у меня после появления инопланетных кораблей. Как ты знаешь, сомнительное удовольствие. Что тут-то совершенно другая. Но все равно интересно. Полутать, посмотреть, что тут можно выбить. Почему? Ну, я объяснял уже как-то раз, в этой игре есть прикол. И это видно по записям боев, то что корабли бывают разных типов. Если я добьюсь золотого типа, довольно много большого количества кораблей, даже Т1, который вот я хочу по плану сделать, то есть довольно большой шанс. Так вот отправим, да? Не будем топовый флот отправлять. Подумал такое подлое. Я разведку хочу провести. Отлично. Сороковочка идет. Надо их контролить, да. А, войск, к сожалению, не хватает. Было бы еще два флота этих, на которые я рассчитывал. Было бы попроще. Часто довольно-таки это все бывает.
Это какой? Второй раз? Я уже вижу. Поставки линкоров. В принципе, шанс есть это выбить себе. Арен Клир? Не понял. Что это означает хоть? Типа, все чисто. Да твою ж налево, издеваешься? Да, походу издеваются. И то конкретно. Ладно, все прячемся, сейчас я народ доремонтируюсь и к вам вернусь. Пофармим немного, кое-что у меня есть тут, идейка одна. Надо ее, правда, реализовать правильно. Так, иди сюда. А ладно, покатит пока что. Не до этого. Сейчас главное пофармить линкоры. Я потом сделаю вот нижнюю разведгруппу. Будем разведгруппы просто смотреть, что как к чему. В принципе, он какой получается у нас? 80-й тоже, да? Да ёлы-палы, YouTube, ты вот сейчас не вовремя. Так, 35-ка, отлично, вперед. Так, ой, этот 60-й. Так, 25-ка, 2-25-ка. Тебе слишком сильных выбирать тоже не будем. И 15-ку тоже брать я смысла не вижу, но возьмем. Пущай будет. Ольдес, это кажется, она имеет в виду приказ. Так. И забей пока 27-го. Ну, вроде по заданию надо его забить там. Тверски угадал. Я когда искал высшего уровня, пытался это задание сделать, а она мне писала то, что нету транспорта. Я немножко так прихренел от такого, но сказал, ладно, хорошо, нет, так нет. Будем искать. Так, 25-й, да? Ладно. Your
пятый, но хоть возьму его. Ладно, иди давай. О, 25-й есть хотя бы. Кажется. Да, 25-й, это хорошо. О! Вперед на 40-овочку. Без лишних разговоров. Сороковочка, это хорошо. Не, ладно. А то заржавеют, блин. И сейчас попрутся такие тридцаточки, да? Хреншка. Пока ничего вкусного не прется. Насколько я полагаю, если ты не уничтожишь мелких, большие могут и не появиться. Это чисто моя теория по Еве. Если зачищаешь билды, чем больше мелких ты убиваешь, тем больше, потом больше больших приходит. Во. Возможно, тут так же. Че? О, 25-ку хотя бы упущем. Опять неохота на долгое время. Буду смотреть, если есть жетоны по ремонту, то буду ускакивать. Противникам. Пока с 60-м мне не справиться. Нормально. Так, 25-й. Ну ладно. Так, того не того поймаю, мне интересно. Yes, sir. Your orders, sir.
Да, разрыв тут, конечно, между ними довольно хороший. Что тут даже заикаться не стоит. Мой кандидат. Вот, маловат. Так. Это в основном со слабых. Ну, со слабых не слишком и прикольно. Ай, ладно, еще тогда немножко соберем, да и хватит, пожалуй. Это когда уже флот прокачаем посильнее, вот тогда уже можно будет выпендриваться. Запись надо будет обрезать, правда. Опять кнопка паузы не сработала. Да, еще один. Они очень редко ездят. Так, все, наверное, всех сейчас рихтуем домой. По-моему, этого пока хватит. Надо все равно прокачивать, чтобы нормально 60-ки сбивать. От этих-то пока толку у меня уже 0. Так что да, народ, реально я сваливаю. На этом серию я закончу. Практически. Теперь давай откроем все эти ящики и посмотрим, что мне там попалось. Так, линкор доблестный, МК-2. Сразу, да? Линкор дред компоненты. Доблестный. Линкор ядро Г4.
Да, надо сшибать. Так, схема Фьюри, 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 Фьюри. Это хорошо. МК2-шная, МК3-шная есть. Фьюри мы улучшим. Так, схема линкера. Веном, веном, веном. Да. Будем потом уже, как говорится, поплотнее этим заниматься. Надо сбивать более тяжелые суда. Но ремонт на них занимает довольно много времени. Ладно, народ, всем удачи, всем пока. Я сейчас ремонтом займусь. Посмотрю, что можно будет улучшить. И надо разведку провести.